Ну, лет нет. Ну, дядька там скорой работает. Подожди, сейчас скажу. Рома. За это самое. Не знаю, что. Сейчас я тебе скажу, если. Под Новый год? Под Новый год я не работал. Я работал там только... Ренат. Геннадий, батя, ты мне, блядь, песню поёшь. Так, кто из вас проебал, что Шамарат пиздили? Я считаю так, мысль. Почему Витьку отпиздили? Почему никто не вмешался? Почему никто не вмешался? Скажи, ты был вчера здесь. Ты был вчера, стоп. Почему ты был вчера? И не мог вмешаться. Да. Почему не вмешался? Это нормальный базар, наш мужской. И Кобяк не вмешался, а Витьку отпиздили. Это не жил. Я просто не люблю, когда там моего друга пиздят. Козлы, блядь. Ты все сказал, я вот так и сделал. Тебя...